общем, решение было принято. Ставим дисковые тормоза от «Газели». Тормоза стандартные, все в стандартной комплектации. Защита, сам барабан, диск вот этот вот, суппорт, колодки газелевские. Там шланги, трубки, там всякая ерундовина. Никаких мудрых дел там нету, переделок, переточек, там сварок. Все становится как у себя дома. То есть на «Газели» приблизительно, наверное, такой же как бы мост или конструкция такая, не знаю. Ну, в общем, без особых усилий все стало на свои места, как положено. Дальше на саму ступицу я поставил вот такую проставку. Проставка эта 3,8 в толщину. Конструкция этой проставки предусмотрена следующим образом. Вот это дырочки и гаечки. Здесь непосредственно шпильки ступицы. То есть проставка одевается через вот эти отверстия, прикручивается к шпилькам ступицы. А уже на шпильки, которые непосредственно торчат из проставки, одевается колесо.